Добрый вечер, друзья. Ой, добрый вечер, тетя Лин. Здравствуйте, девочки и мать. Что это ты принес, тетя а? Лина, посмотрите, какую нам книжку прислали. Ну, прямо из Ленинграда. Из Ленинграда? Да, а в ней, в этой книжке, письмо. Вот, а, это посылка из Ленинграда, да, от семьи Агароновых. У них в семье есть две девочки, Лиза и Поля. Вот послушайте, что пишет мама. Девочки очень просили переслать эту книжку вашей передаче, чтобы вы смогли ее прочитать всем детям-малышам, которые, как считают Лиза и Поля, которым, как считают Лиза и Поля, эта книжка должна очень понравиться. Вот, тетя Лина, эта книжка, знаете, как называется? Ну, вот, как? Вот, про дядю Гоку, который все перепутал. Тетя Лина, правильно, там такие, да, смешные картинки. А написал стихи и нарисовал рисунки Леонид Каминский. Тетя Лина, а почитайте нам. Ну, конечно, почитаю. Жил художник дядя Гога, он рассеян был немного. Дали дяде как-то раз иллюстрировать рассказ. В том рассказе вот что было. Тетя Маша суп варила, старичок читал газету, Васька-кот стащил котлету, игроки забили мяч, зуб лечил больному врач. Дядя Гога взял рассказ, прочитал 15 раз, да, сел и тут же без заминки сразу сделал все картинки. Эй, да, все. Что в картинках этих было? Да. Ну-ка. Да. Что было? Тетя Маша гол забила. Васька-кот читал газету. Да. Старичок стащил котлету. Да, старичок, котлету. Врач варил с лапшою суп. Игроки лечили зуб. Все придется дяде Гоге переделывать в итоге. Видите, видите, какая смешная история, тетя Лина. А вот у вас такие рассеянные знакомые были? Нет, у меня таких рассеянных знакомых нет. Но зато я знаю, в Ленинграде на улице Бассейной, да, жил один очень рассеянный человек. А как его звали, тетя Лина? Как его звали, этого никто не знает. Его звали просто человек рассеянный с улицы Бассейной. Тетя Лина, а вот и вы его видели? Нет, не видела. Но зато хорошо знаю, так же, как и многие ребята, эту историю, которую рассказал нам Самуил Яковлевич Маршак. А нам вы ее расскажете, тетя Лина? А мы сейчас ее не только услышим, да, но и увидим. Правда? Смотри. Жил человек рассеянный на улице Бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать. В рукава просунул руки. Оказалось, это брюки. Надевать. Он стал пальто. Говорят ему: не то. Надевать. Он стал гамаши. Говорят ему: не ваши. Вместо шапки на ходу он надел сковороду. Ой. Вместо валенок перчатки натянул себе на пятки.
Однажды на трамвае он ехал на вокзал. И двери открывая, вожатому сказал: глубоко уважаемый, вагона уважатый, вагона уважаемый, глубоко уважатый, во что бы то ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить? Вожатый удивился, трамвай остановился. Вот какой рассеянный. С улицы бассейны. Он отправился в буфет покупать себе билет, а потом помчался в кассу покупать бутылку кваса. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Прибежал он на перрон, сел в оцепленный вагон, внес узлы и чемоданы, рассовал их под диван и сел в углу перед окном и заснул спокойным сном. Это что за полустанок? Закричал он с позаранок. А с платформы говорят: это город Ленинград. Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко, увидал большой вокзал, удивился и сказал: это что за остановка? Балагое или Поповка? А с платформы говорят: это город Ленинград. Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко, увидал большой вокзал, потянулся и сказал: что за станция такая? Дибуны или Ямская? А с платформы говорят: это город Ленинград! Закричал он: что за шутки? Еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград.
такой рассеянный с улицы бассейной. Тетя Лида, знаете, что я думаю? Что ты думаешь? Я думаю, что этот человек, вот рассеянный, был, наверное, папой или дедушкой вот этого дяди Гоги, о котором мы сегодня читали. Или папой, или дедушкой. Да, ты прав, они действительно очень похожи. Да. Ну, а теперь попрощаемся с ребятами. Да. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Спокойной вам ночи, друзья. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться, ты ей пожелай, бою плать. В сказке можно покататься на луне и по радуге промчаться на коне, со слоненком подружиться и поймать перо жар-птицы, глазки закрывай, баю-бай. Баю-бай должны все люди ночью спать. Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи, глазки закрывай.